Сотрудники налоговой службы попали под подозрение по делу о взяточничестве. Петербургские следователи вместе с сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии сегодня проводили обыски в помещении ведомства, в кабинетах руководителей, а также в квартирах и частных домах тех, кто может быть причастен к преступлениям. Главный же фигурант — петербурженка 1971 года рождения. По версии следствия, женщина узнала о планах налоговой провести проверку в одной из городских компаний. Договорилась с налоговиками, а после пришла к предпринимателям с требованием заплатить, чтобы инспекция не состоялась. Началось все в марте 2022 года с относительно небольших отчислений. Подозреваемую вполне устраивала ежемесячная сумма в 120 тысяч рублей, пунктуально поступающая на счет подконтрольной ей фирмы. Через два месяца она уже потребовала 1 миллион 320 тысяч рублей, и в результате за 9 месяцев бизнесмены передали взятку почти на 9,5 миллионов. По версии следствия, деньги подозреваемая отдавала соучастникам, оставляя себе внушительный процент за посредничество. Я сейчас ничего не понимаю. Ознакомливайтесь. Проводится ряд обысков, в ходе которых изымаются предметы и документы, представляющий интерес для следствия. Кроме того, осуществляется комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление соучастников подозреваемой и привлечение их к уголовной ответственности.